Авторы лучших материалов на тему образования были отмечены на конкурсе журналистов «Образование и развитие регион 54». Среди победителей – корреспонденты телеканала РБК Анастасия Овчар, Екатерина Песчанская и Мария Родионова. Всего на конкурс поступило около 60 работ. По словам Натальи Ярославцевой, директора Новосибирского института мониторинга и развития образования, самой популярной была тема «Инновации в образовании». Новые методики воспитания, внедрение современных технологий в учебные заведения, развитие робототехники и открытие инженерных классов составляют один из главных трендов образования. Для нас очень интересны проекты. Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области поддерживает сегодня вот это взаимодействие с работодателем, с вузами, со средним профобразованием. Сегодня некий такой провал, может быть, даже с пятых, вот восьмых классов, потому что детям практически негде было и нечего пробовать. Закрыто УПК, технического творчества кружков очень мало. Сегодня, вы посмотрите, как мы просто разворачиваемся вместе с образовательными учреждениями и работодателями, которые помогают нам сделать вот эту техническую возможность, потому что нужно некое оборудование, конечно. Ведь, понимаете, одно дело открыть кружок, дети будут петь или даже танцевать, уж там мамы чешки купят, когда нужно для технического творчества, конечно, оборудование. Поэтому сегодня все в области делается, правительство поддерживает Новосибирской области, Министерство образования, науки, инновационной политики, чтобы мы развернули вот это инженерное образование как формирование концепций, как формирование трудовых навыков, как умение вообще руками что-то делать. И вот это сегодня приоритетное направление.